Тепло и горячая вода обеспечены. В райцентре Троицкое закончили строительство газовых сетей высокого и низкого давления по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Их общая протяженность больше 7 километров. Подключиться к ним смогут около 300 домов. 42 из них уже отапливаются. Подробности у Олеси Роженцовой. В комнате тепло и уютно, говорит второклассница Лена Кузеванова. С недавнего времени в дом провели газ. Во всех комнатах постоянная температура. А из крана течет не только холодная, но и горячая вода. Помочь маме помыть посуду теперь одно удовольствие. Намного теплее, чем тогда было. Тогда было намного холоднее, и родителям больше забот было, то, что утром печку топить надо было. А сейчас просто взял, подошел, покрутил, там, рычаг нажал, и тепло в доме нагревается, и топить печку не надо. В прошлые зимы семье Кузевановых приходилось включать обогреватели, а ночью подтапливать печь. Были резкие перепады температуры. На закупку дров и угля тратили немалую сумму. Теперь таких проблем нет. Новое отопление уже на ура прошло испытание недавними морозами. Сейчас топливо, что дрова, что уголь дорожают. И даже если примерно посчитать закупки на год дров и угля, то с газом нам будет дешевле. Пускай это будет не намного дешевле, но сам факт того, что у нас не будет никаких перебоев с топливом, что у нас постоянно будет дома одна и та же температура. От новых газораспределителей уже сделали 96 подводок к жилым домам. Но на этом останавливаться не собираются. В планах газифицировать все село. На сегодняшний день остается у нас непостроенных два объекта газификации, это ГРП-2 и ГРП-16. То есть там необходимо еще подключить чуть больше 200 домов, домовладений, и тогда весь центр у нас, районный центр, будет на 100% газифицирован. Голубым топливом в райцентре уже отапливается более 2500 домов. Уже в следующем году в Троицком районе, согласно синхронизации выполнения программ газификации регионов России, построят более 36 километров межпоселкового газопровода от райцентра до поселка Гордеевский и села Заводское. Олеся Роженцова, Дмитрий Будков, Антон Червяков. Новости.